помнишь свою первую любовь? Что? Ну, первую настоящую любовь. Тогда же все было по-другому. Краски, звуки ярче. И ты такой свободный. У тебя все впереди. Сейчас никаких новых ощущений, все одно и то же. В ближайшие 6 месяцев я бы рекомендовал вам воздержаться от интимной близости. Moi, la prochaine fois, réponds-moi quand je te parle, hein. Tu veux pas te manger? Слушай, я просто сейчас фрилансом работаю, потому что я не в Москве, а я тут путешествую. А вот это очень кстати. Месяца 3-4 мне нельзя будет заниматься сексом. Я в туалет.